Хейо, господин Шумаки, мы продолжаем проходить игру под названием Cat Quest 2. Так, в прошлой серии мы подрались. О, это же старый знакомый. Гипернатор. Ваше высочество, слышал вас, нужно пройти по воде. Могу помочь. Книга хождения по воде. Искусство хождения по воде исчезло вместе с первым губернатором. В смысле, много лет назад. А сколько лет прошло с того? Когда... Мяури и Коннор послали меня сделать уборку на маяке, и я нашел этот журнал. У меня была информация об его местонахождении, но некоторые страницы вылетели за границу города. Ваше высочество, вы можете унюхать страницу вперед найдем их. Идите по следу. Так, записка 52, журнал первого губернатора. Мы переработали эликсир хождения по воде и уникальный кристалл хождения по воде. Только король достоин этой его силы. Журнал первого губернатора. Кристалл хождения по воде в лапах нового короля, но я боюсь, он порочен и недостоин кристалла. Нужно забрать его. Так, вижу. Но это долго. Ну блин, я просто трачу всю ману. Этого нет, нужно, короче, отдавать этому коту этот хил. Доставить броню. Так, я забираюсь кристалл с собой. Если будущий король окажется достойным, последняя страница найдет его и принесет ко мне. Приведет. Я все гадал, когда вы вернетесь. Вы даете губернатору страницы. Все еще не хватает той из последней страницы, но сначала возьмите это. Шака Рейнджера. Проверь журнал еще раз, ищите меня у маяка. Так, шапка. Так, где эта новая шапка? Вот. Так, блин, ладно, давайте я, наверное, этот... на этой шапке сделал себе броню, да, больше брони, хотя смысл, если меня будут пробивать, что это ладно. Нам нужно найти последнюю страницу. Готовы? Артефакты хождения по воде. Я проверил журнал, последней страницы по-прежнему нет. Но я нутром чую, ваши два высочества без сомнения достойны. Как вам? Это, наверное, последняя страница. Вы должны поймать ее, ваше высочество. Я думаю, каждый раз будет показывать. Так, ущелье пещера. Ущельная. Так, вижу два сундука. И хороший сундук.
Так, не-не, это... Мне нужно этот взять. Так, давай я, наверное, тебе тоже сразу магию отдам. Сюда положу. Так, готово. Ай. Тройка. 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 Поехали. Где у меня там на двоечку? Готово. Так, мантия мага. Магия. Так, 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 так. Так, 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 так. Теперь. Так, так, так. Так, готово. А, я понял тебя. Если так... Готово. Да, нужно будет прокачаться, сходить. Ладно, сам захочет покинуть. Блин, я не знаю, ты меня будешь хилить или как? Так, здесь мне нужно сразу переключиться на палку обратно. Так, хорошо. Дальше, магия. Вот это, блин, мне начинает бесить с магией проблемы. Thank you.
Последняя запись в журнале первого губернатора. Я прячусь в тайном царстве, как только артефакт будет у нас, у вас. Используйте его, чтобы найти меня. И вы сможете овладеть искусством хождения по воде. Мы подобрали артефакт. Так, как раз сундучок открылся. Облачение ниндзя. Птица теперь сколько? Вы даете артефакты последнюю страницу губернатора. Артефакт, значит, я имею... Так, имеем дело с магией. Мне нужно разузнать об этом. Вот, это ваша награда. Встретимся позже у маяка. Нагрудник туманного мага. Так, сохраняемся. И полетели. Я выяснил, как и добраться до первого губернатора. Вперед. На обороте последней страницы было указание. Если все сделать по ним, они должны привести нас к первому губернатору. Итак, сначала мне нужна часть кристалла маяка. Мы так кладем часть кристалла маяка. А потом кладем артефакт. Теперь ждем. Работает. Это привело нас к первому губернатору. Входим внутрь и пойдем за небами. Дар хождения по воде. Прадедушка, это действительно ты? Первый губернатор. Я ждал правильного короля. А ты перевел ко мне сразу двух кандидатов. Стойте и ждите в конце. Я оценю, достойны ли они обладать кристаллом хождения по воде. Вы два, если вы сможете победить это, вы достойны. Отвести. Потом, чтобы он замахнулся. Теперь мне нужно, чтобы он просто за мной бегал. Второе испытание. Вы предвородили свой... Так. Подтвердили свой стиль. Теперь я сам проверю вашу ловкость.
все. Готово. Значит, во время крочения есть момент, когда у меня есть шанс получить то, что мне надо. Отхилюсь пока. Мяусы чувствуют ваши доблести в битве. Подойдите и получите силу кристалла. Разблокировано королевское искусство хождения по воде. Кристалл придал вам свою силу, потому что у вас есть королевские облики. Как мне жаль, но мое тело давно истекло, и это лишь мой амортоварный дух. Теперь ты можешь почитать спокойно, дедушка. Спасибо, что вы позаботились о Лапортраде. Что до вас, мои благородные короли, стойте на своем. Нас забросило на берег, но теперь вы можете идти по воде, поэтому просто вперед. Прежде чем вы уйдете, возьмите это в знак моей бесконечной благодарности. Гантеля. И ни о чем не волнуйтесь, я доберусь назад сам. Там 50 уровень. Ну, в принципе, теперь мы можем с вами урон от молнии. Защита. Мы можем с вами потихонечку, так сказать, двигаться. Мне нужен полет все равно. 80 уровень. Это чисто арена, да? Так. Мне нужно туда. Ну, побежали. Ходить по воде это будет самое лучшее. Вашим родичам сейчас у вас получилось, давайте добудем это последний обломок. А, очень сложно, видите, для моего уровня. Давайте выполним 2.50. Мне только что оружие не заточено, нужно будет заточить. Нифига здесь проходы. Так, ладно, вижу сундук. Ладно, тогда драться не буду. Сразу бегу к сундуку.
убиваем просто его. А я не понял, когда вот он начался урон, когда он крутился, что было тогда? Так, шляпа. Шляпа, шляпа, шляпа. Я просто хочу хороший меч найти, такой как уровня брони вот этой. Потому что это очень нужная вещь. Темный сундук этот. А ничего, я сюда вообще пошел. Офигенно, да? Я пошел вообще, чтобы фарм получить. Ой, ладно, давайте попытаемся. Да, давай. Никто даже не знает о существовании этого места, так что будьте в рейдж осторожно. Поехали. В. Вам больше нравятся коты или собаки? Котики. Что-то мне это вообще не нравится. А как вы считаете, коты лучше собак? В таком случае, можно ли считать котов и собак равными? А если да, нарушил ли королевский клинок равновесие? Я все, кажется, ответил правильно, да? Во! Что-то вышло. А, там 5% всего лишь. Ну ладно. Не хочу драться. В смысле? Да. Если да. Нарушит ли королевский клинок равновесие? Давай, да. Вы все еще хотите обладать королевским клинком? Да. Так, добро. Давай. Вы хотите воссоздать королевский клинок, даже не подозревая о последствиях? Интересно. Главное, мобов не создавай. Да, он создал мобов. А, тогда... Так, котей. А, я молнию не убираю, да его вот. Тихо, я не успел, я еще не успел. Ваншот! Блять.
целиться при этом. Давай целиться, приятель. Так, а в смысле очень сложно? О! Фух, мне повезло, да? Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Ну, не видишь ты под луну. Так, и у нас получился последний кусочек. Так, что у меня по магии? Выкуйте клинок спасения, а не разрушения. Ладно, дедом, в принципе, тут ничем не отличается. У вас есть последний обломок? Гоша и Хота ждут вас, поторопитесь. Мурмя, вы все здесь. Пути назад нет, вы готовы? Короли древности. Покажите последний обломок Коши и Хота. Ур, давайте наконец-то со всем этим покончим, друзья. Я больше не хочу... Так, я больше не могу ни секунды оставаться рядом с этим... дворнягой. Подайте Хота обломки, хотя бы он переставит смотреть на эту дьяволицу. Нам всем нужно научиться ловить между собой. Нашим королям и нужно. Нужно, чтобы мы взялись за лапы друг друга. Элиус. Кири, мой старый друг. Ты неплохо справлялся до сих пор, но теперь все кончено. Обломки. Ого, теперь ваши королевские искусства стали нашими. Впечатляет, Элиус. Могу я уничтожить их сейчас? Их мордашки надоели мне. Мои хомячки, терпите. Терпение есть добродетель. Пока что снимите свои шлемы, чтобы мы могли спокойно поговорить. Сюрприз, болваны. Мы это вы. Наш милый Кири выкрал вас из другой временной линии, чтобы сразиться с нами. Сначала я был неприятно удивлен, но потом меня озарило. Мы можем использовать вас, чтобы собрать обломки для нас. Ухоха. Арха, да, я с... обломками я наконец-то смогу победить в этой войне. Нет, победа будет моей. Твоя империя перейдет в мои лапы. Бестолковые угрозы посмотрим, кто из нас сильнее. Я люблю хомячков и их новые игрушки. Но что касается вас, мои короли, вечность ждет. Найз.
Найдите выход из туманной империи. Сколько у меня? 19 тысяч? Нихера себе. Нет, нет, это неправда. Я не могу... Это не моя вина. 15 тысяч. Да нет, твоя. Как по-твоему, Элли сумел развратить твою кормей? Все потому, что ты не сумел защитить их. Нет, прекрати. Простите меня, мои короли, я все объясню. На самом деле, существует бесконечное число параллельных временных линий. И наши маги нашли способ перебрасывать вас из одной линии в другую. Я боялся, что вы рассердитесь, если узнаете правду. Сможете ли вы простить меня? Мои короли, спасибо вам! Вау, это было просто. Так... А у этого Кори... А кто был у нас? Тоже Кори, да? Или... А, это Кири, Кири. Но это еще не конец. Коша и Хота тоже застряли здесь. Мне кажется, я чую запах Коши и Хота неподалеку. Держитесь за что-нибудь. Вау. Мяу, стойте, это неправда, я не верю. Хота неважно себя чувствует, ему нужен хот-дог с васаби. Так, ну если я понимаю правильно, мне сюда. А я понимаю правильно. Признайте... Темная кошелапа. Признайтесь, ты думаешь, что собаки грязные и глупые? А кто-то думает, что коты ленивые и напыщенные. Ой, смотрите, как кто появился. Наши высокопочтимые короли. Взять их. Вау, 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 вау. Понял, приятель. Найс. Вот, типа, вот, я две печати заюзал. Это дерьмово. Это жестко, как дерьмово. Хота вечно у вас в долгу, мои короли. Хота все эти годы... Почему ты ушел? Хота боялся. Мы ковали королевский клинок вместе, и это было прекрасно. Но королевский клинок стал причиной войны, и Хота был виноват и испуган. Я понимаю. Мы были лучшими друзьями, как так ведь? Ты мог бы просто сказать мне. Теперь Хота знает, Хота очень жаль. Мне следовало попытаться поговорить с тобой вместо того, чтобы сердиться. Мне тоже очень жаль. Друзья. Всегда. Смотрите, выход. Так, а теперь мне на выход. Выход у нас с другой стороны выходит.
Готово. Друзья, где мы сейчас? Это остров гробница короля Фелиграда. Но как мы попали сюда? Мейкерли, я не представляю, как нам победить без обломков. Простите, я снова подвел вас. Так, исследуйте остров. Давайте, я думаю, на этом тогда и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.